Сегодня рейд состоялся в микрорайоне Бытха. Больше всего должников здесь по транспортному налогу. Владельцев машины пытались найти участники рейда, но не всегда успешно. Машина оформлена на молодого человека, проживающего по данному адресу, но ни его, ни хозяйки жилья дома не оказалось. Нет, я здесь в гостях. Ну, чья квартира? Это Вера Павловна. А ее там нет дома. В подобном случае судебный пристав придет еще раз уже для изъятия имущества, если не дождется звонка хозяйки квартиры. Нужно либо срочно погасить долг, а пеня уже с 1 октября за просроченный платеж идет, либо согласиться с арестом имущества. Аресты, конечно, производятся, имущество, которое зарегистрировано за ним, там транспортные средства, участки земельные и так далее. Карты, счета арестовываются. Люди, как правило, не платят налог, ссылаясь на нехватку денег, либо просто по своей беспечности, когда при продаже автомобиля не контролируют действия нового владельца машины, обязанного зарегистрировать автомобиль на себя, не пользоваться транспортным средством, ограничиваясь только доверенностью. Лучше брать документ из государственной автоинспекции о том, что автомобиль снят с учета, и приносить в налоговую инспекцию, чтобы налог не начислялся на данное транспортное средство. Не заплатил налоги в срок, растет пеня. Более того, материал направляется в суд, и тогда все последующие действия только уже при содействии службы судебных приставов. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.